Много вас желающих. Tāda tiešām kupla skaita, kas ir vēlētāji, kas vēlās būt, ja? Halleluja. Tēma у нас самая главная. Ziniet, tēma mums ir pati galvenā. Я думаю, что Es domāju, разобраться tikt skaidrībā в том, что мы грешники или праведники. Tajā, kad esam svētie vai grēcinieki. Это номер один. Tas ir numur viens, ja? Аминь. Amen. Но кто из вас себя считает праведником? Kurš no jums sevi uzskata par taisnu cilvēku? Есть такие люди. Ir šeit tādi cilvēki, ja? Слава Богу. Слава Dievам. Мы будем рассуждать, я буду что-то, может быть, рисовать. Mēs runāsim, mēs arī kaut ko zīmēšu. Так, нам с тобой. Я думаю, что мы поменяемся, да, да, да. Тогда вот. Чтобы, потому что я что-то буду. Итак, друзья, драуги, у меня такое предложение. Манитац прешликумс. Для того, чтобы вот собрать пазл. Лай мы составляем что пузлы. Я вот за эти четыре урока, да? Четыре сессии лайка. Не будет так, что я отвечу на какой-то вопрос в первом уроке или во втором уроке. Так, я ответил, что сказал, я в первой или второй сессии. Давайте собирать, сперва рисовать все пазлы, а потом соберем их вместе. Сакам, мы зимесим что пазл с габалинцем, тад мы саликсим их скопа. Понимаете? И сапрата дома, я. Ну, давайте сравним с фильмом. Салезинасим туар каду фильму. Есть фильмы, в котором ты начинаешь смотреть. Кур ту сац скатитес. И фильм идет три часа. Он у фильма идет три стундес. Но в первые 10 минут уже понятно, чем закончится. Но я первая с 10 минут стою, сам рада, какой будет нобикс из фильма. Да, бывают такие фильмы. Бет, та на фильм. То есть ты уже знаешь... Ту я у сыны. Какая будет развязка. Кадс будет та кульминация из бриди, с кастер нотиксес. И мы тоже знаем, чем закончится все. Ари мэс зинам, как вот сбейксес. Что мы праведники во Христе. Мэс сам тайсные. Такуга, Кристо. Есть фильмы, ir filmas, где смотришь три часа, и ты не знаешь, чем закончится. Ты скажешь, если три стунды, с пашем галом, то не знаю, на кого ты сбегся. Я помню, еще был таким... Сатарас, вал бей мазинш. 12 лет, может быть. 12 гад, как убей. Вот. Я сам из Мариуполя, из Украины. Пац эсм на Мариуполе, с на Украине. Вот. Там были раньше в моде индийские фильмы. Тур моде, когда бей индиешу фильмы. Я, знаете, тадз. У них все фильмы плохо заканчивались. Знаете, ко мне весь фильм сбегся традиски. То есть главный герой должен умереть. Как главный герой нам время реанимист. Причем плохой смертью такой. Он пытался ли тогда ляну навить, тогда слить. Все плакали. Что в конце фильма всех депрессия. Весь тогда депрессия и грим тебе с фильм. Вот. У американцев наоборот. Американцы вот рады от кого. В конце фильма главный герой победил. Фильм с Бейгас главный герой он сидит узвореет, то мэр. Вот и в Евангелии. Евангелия. Главный герой победил. Главный герой он сидит узвореет. Да, и вот в эти четыре урока. Un šajās četrās sesijās, да, я говорю, что мы знаем, чем закончится. Mēs jau zinām, ar ko tas noslēgsies, ja? Мы завершим тем, что мы праведники. Mēs noslēgsim ar to, ka mēs esam taisnie. Но давайте разбирать на деталях. Sāksim to ārdīt pa detaļiņām. Потому что вообще на словах часто звучит, что все просто. Jo uz vārdiem tas izskatās ļoti vienkārši, ja? Просто стать праведным. Vienkārši kļūt par taisnu. А по факту? Bet pēc fakta. Сколько у нас борьбы? Cik daudz mums ir cīņas? Сколько осуждения? Cik daudz nosodījuma? Сколько ощущения, что у меня ничего не получается? Cik daudz sajūt, ka man nekas nesanāk? Что я праведный только в теории? Ka esmu taisnots tikai teorijā. А по факту не могу с собой разобраться. Bet pēc fakta pat nevar tik skaidrība pats ar sevi. Кто понимает, о чём я говорю? Saprot, par ko es runāju. Да? Мы все с одной планеты. Mēs visi esam no vienas planētas. И все знаем, un visi zinām, что начинаем хорошо. Kad mēs sākam labi. Приходим в церковь. Nākam draudzē. Слышим от пастора или там от проповедников. Dzirdam no mācītāja vai no sludinātāja. Господь с тобой. Tas kungs ir ar tevi. Ты победитель. Tu esi uzvarētājs. И ты пока в церкви, ты вдохновляешься. Un kamēr draudzē, tu esi uzvarētājs.
потом идешь в свою обычную жизнь. Тогда отгрызи свои пришел. И где большой зиве, вопрос, где Господь? Он тогда я у там скурит кукс. Где победа? Курит узвара. Где Дух Святой? Курит святая сгар. Где вся сила? Курит весь спак. Потому что когда тебя никто не видит. И тот, когда тебя не видит, народ. Да, тебя видит Бог. Ты видишь Диос. Ну, может быть, в семье тоже кто-то может видит. Ну, то димене ари я. Иногда трудно спрятаться, когда ты в семье, да? Дашь карт патер груд и слепьес патер то есть димене. Твои домашние видят твой характер, твою жизнь. Там димен радит того ракстур, того дзиви. И ты понимаешь, он тут сапроди, что ты не можешь разобраться. Кату томер не вартик скайдриба. Это такое неприятное признание факта. Тогда не патикма факта отзиша. Что в церкви или в книгах, как драудзеевай грамотас, или в каких-то там в Ютубе слушаем проповеди. В Ютубе оклаусим эскаду сватрун. И слышим, что Бог – это победа. У меня здесь как Диос тайр узвара. Идем практическую жизнь. А я практическая отзыва. Нет победы. На узварс. Вот. И я вам хочу сказать сразу, что он узрейз велос тейт. Если кто-то через это не проходит, я кац царто не е цауре. Я сомневаюсь, что он христианин. Если спар шабос, это сивак ты христиец. Я. Понимаете? И сапротит. Если кто-то никогда не был в этой депрессии, nav bijušā depresijā, когда в теории я победитель, kad teorijā esmu uzvarētājs, а по факту я не знаю, как победить. Pēc fakta es neapzinos, kā lai uzvaru. То есть, если какой-то христианин, ja kāds kristietis, говорит, что у него хроническая победа, ka viņš saka, viņam hroniska uzvara, я думаю, что он лжец. Es domāju, ka viņš ir melis. Таких не существует. Tādu neeksistē. И мы с вами увидим из Слова Божьего. Un no Dieva vārda mēs arī redzēsim. Что один из главных авторов Нового Завета. Kad viens no galvenajiem jaunās darības autoriem. Apostol Pāvils. Apostols Pāvils. На своем опыте показал. Uz savas pieredzes parāda. Что хотя он все знал. Ka viņš arī visu zināja. Это описано в послании к римлянам. Romiešu vēstulē tas ir aprakstīts. До седьмой главы. Līdz pat septītajai nodaļai. Он все знает. Viņš visu zina. Как Адам упал. Kā Ādams bija kritis. И пришел другой Адам. Un atnāca cits Ādams. Христос. Kristus. Первый Адам всех привел в смерть. Pirmais Ādams visus ieveda nāvē. Последний Адам всех привел в жизнь. Pēdējais Ādams visus ievedīs dzīvē. Шестая глава это прям триумф Христа. Sastanodien tad Kristus triumfs. Все победил. Visi ir uzvarējis. Nas освободил. Mūs atbrīvojis. Мы с Христом расстались. Mēs ar Kristu esam sisti krustā. Понимаете, шестая глава это прям sastanodien tad. Как фантастика. Tāda fantastika. И даже Павел такие вопросы задает, какие-то ненормальные. Павел tāds pat nenormāls jautājums uzdod. Они кажутся ненормальными. Liekas nenormāli jautājumi. Он говорит, мы умерли для греха. Мы сам минуши греком. Как вообще можно жить в грехе? Как виспарта двар дзивот грека? Понимаете, он в шестой главе задает вообще странный вопрос. Йоци, я там скандал. Говорит, как вообще можно быть грешником? Виспар, как быть грецинеком? А седьмая глава? Бет сепита нодаля. Седьмая глава это просто полная депрессия. Тори пилник депрессия откал. После шестой главы. Пэц састас нодельс. После провозглашения победы. Пэц тадас узварс паслудинашанс. Он говорит слова, как сумасшедший. Вардус и кабуту. Тракс. Ляуном абсэс. Ну, сами подумайте. Вот не будет самопрата. Я просто напоминаю. Я? Вы венкаш, читали, я не буду сейчас. Ласиш, венкаш, им сатгаден, только он говорит, доброе, которое хочу. Сак лабо, ко грибу. Не делаю. Эс не дару. А злое, которое не хочу. Bet ļauno, ko negribu, делаю. Дару. И потом он говорит такую фразу. Un tad viņš saka frāzi. Что ненавижу, то делаю. Ko neieredzu, то дару. Скажите, это человек похож на победителя? Tas cilvēks līdzīgs uzvarētājam? По-моему, нет. Man liekas, ka nē. Так вот. Tad lūk. Если это проходил Павел. Ja to bija Pāvils gājis tam cauri. Но если будет, ну, так сравнение с ним. Я буду стать солидным с Арвиню. Нам тяжело себя сравнивать с великими, да? Грут и себе всегда солидным одним лилим человеком, я. Но в данном случае Павел представляет себя как обычный христианин. Вот я бреди Павел себе парад, как венкаш крестит. И если это было с ним. У я тас ноты к Арвиню. Давайте не удивляться, что это бывало и с нами. Тад лузу не бринемись, когда среди бис Армумс. Аминь. Амен. Главное. Галанайс.
Не забываем, что в послании к римлянам... Не смешно, как Ромеш Вастуле. После 7 главы есть 8. 5, 7, 8, 8. Это очень важно. Это очень важно. Что на 7 главе христианство не заканчивается. 7, 8, христианство не бейдзасть. Но иногда наше с вами христианство... Bet dažkārt mūsu ar jums kristietība... Застряло в 7 главе. Nusprūst 7. Nodaļā. Понимаете, что мы там живем, мы сидим, дзīvojam, и сидим, сежам, ненавижу, делаю, ненавижу, неярац, делаю. Bet daru, неярац, bet daru. Поэтому пусть Tāpēc, Господь нам поможет. Это скунгс мус палидз. За эти 4 урока. 4 да. сессии лайка. И еще завтра служение. Он им сори, рид, да, буз делал какой-то фактически 5 уроков. Тогда практически буз 5 лекций. Чтобы мы из 7 главы ушли дальше. Lai tomēr tā 7. Nodaļas mēs aiziem tālāk. 8 главу. Tajā 8. Nodaļā. Потому что в 8 главе есть жизнь в духе. 8. Nodaļā ir dzīve garā. Итак, друзья, наша цель. Tātad, draugi, mūsu mērķis. Цель, к которой мы будем идти сегодня. Mērķis, kuru mēs, pie kā mēs iesim šodien. Это жизнь в духе. Tā ir dzīve garā. Или по духу. Vai pēc gara. Или из духа. Vai no gara. Или с духом. Vai ar garu. Да? Поставьте, как хотите. Это все работает. Kā jūs to gribat, tas strādā. Да? Жизнь по духу. Dzīve pēc gara. Жизнь с духом. Dzīve ar garu. Жизнь из духа. Dzīve no gara. Силой духа. Gara spēka. Все, что в духе. Visu, kas ir garā. Все, что дал нам Бог. Visu, ko devis mums Dievs. А наша тема – праведность. Bet mūsu tēma ir taisnība. Наша тема – свобода от греха. Mūsu tēma ir brīvība no grēka. И она вся находится в сфере Viņa visa ir ietverta гара гара сфера. В сфере духа. Гара сфера. Хорошо. Тогда. А сейчас я предлагаю открыть послание Колоссянам. Отверстим Колоссийшу вестулу. Это сейчас будет на 2 минуты всего. Только с 2 минуты. Тем отверстим, лудзу, я Колоссийшу вестулу. Просто хочу сейчас вам что-то показать, и потом мы что-то сделаем. Како парадит, он потом мы како издрисим. Первая глава. Первая модель. И это все уже в теме. Я уже начал семинар фактически. Да, практически это семинар, сивирсация, да? Это сирия тема. Просто хочу, чтобы мы положили сейчас правильное основание. Вайлас, мы с тумер елеком парейзу памату там. Знаете, когда я преподавал в библейской школе в Возолниках, когда с пасниецу БСМа, я эту тему я преподавал тему у нас в церкви. Пасниец ари пи мумс драудзе. Вот, немножко на христианском радио. Мазлетин кристигай радио ари. Вы знаете, я с разных сторон подхожу к этому, к этой теме. Но даже адам пусэм пиэй пиши с темас, я. И я вам сейчас что-то покажу у Павла в послании Колоссянам. Какой смысл парадиш ари квастуле Колоссейшо? Без чего нельзя эту тему трогать. Без ка виспар мы с невером скат шо тему. Вот есть что-то. И каут кас. Вот с чего всегда надо начать. Арко вернер ясак. Смотрите, как Павел говорит. Посмотрите, сколько Павел. Колоссянам 1 глава с 9 стиха. Это пирма Колоссий швестул на 9 пант. Я выборочно считаю. Он говорит, мы не перестаем молиться о вас. Не митемес пар юмс диеву лукт. Еще раз. Велрейз. Внимание. Узманиги. Это говорит Павел. То сака Павелс. О людях, которым хочет проповедовать. Пар цилвакем, курим и швала слудина. Слышите? Я. Люди, которым он хочет что-то рассказать. Цилваки, курим, виш гриб како патейк. Он говорит, мы не перестаем за вас молиться. Павел сак, мы с ними тиг не перестаем пар юмс лукт. И просить. Он писал. Да? Ну, я? Все виды молитв. Весь да? Вид лукшен, всяко сыр. Чтобы вы исполнились познанием воли Божьей. Lai jūs tupat piepildīt ar viņa prāta atzīšanu, iekš visas gudrības. Va всякой премудрости и разумений духовном. Iekš visas gudrības un garības saprašanas. Знаете, что я понял? Ziniet, ko es sapratu? И это также написано в послании к Ефесянам 1 в 3 главе. Tāpat arī Efeziešu vēstulē 1. 3. nodaļā rakstīts ir. Везде Павел. Visur Pāvils. Прежде чем чему-то учить. Pirms ko mācīt. Он молится, молится, молится за своего Viņš слушателя. Lūdz, lūdz, lūdz par savu klausītāju. Потому что если Святой Дух нам не объяснит, jo, ja svētais gars mums neizskaidros, проповедник нам ничем не поможет. Tad sludinātājs mums neko nepalīdzēs. Понимаете? Jūs saprotat? И я знаю это. Un es to zinu. Я читал книги и ничего не понимал. Es lasīju grāmatas, neko nesapratu. Я читал великие книги, великие лielas grāmatas, liela autora grāmatas. И я думал,
как будто бы на китайском языке написано. Это тинейшу володу рахсис, никто не спрот. Читаю, ничего не понимаю. Ласу, бет не сапроту. Понимаете, вроде слова понятные. Ика варды, скайды сапротами. Ну не заходит внутрь. Бет ну не ед манитес икшен. А сколько раз мы Библию читали? Бет сик рез Библия сам ласиюш. Думаешь, ну тут как-то... Ну не так сложно, все понятно. Ика, виси, тик въегл, ну скайды. Ну знаешь, пока Святой Дух не даст тебе откровение, премудрость. Камер, святый сгар, что не дос гудрибс отклассмас гару. Это остается закрытым для твоего сердца. Палек. Aizvērts tavai sirdī. I vot etu mysl, tāpēc šo domu Pavel pavtarēt v raznych poslaniach. Pavels atkārto vairākās vēstulēs. I znaete, jums хочу сказать. Un grib teikt jums. Okay, это относится к Павлу, когда он кого-то учит, да? Jā, tas attiecas uz Pavelu, kad viņš kādam mācīja. Это нужно мне, чтобы помолиться за вас, это нужно пастору Александру, чтобы молиться за вас. Man, lai lūk par jums, tas ir vajadzīgs mācītājiem Aleksandram, lai viņš lūdz par jums, ja? Ну давайте посмотрим немножко, как бы повернём на себя. Bet grīzēsim visu uz sevi tagad, ja? Когда мы сами что-то хотим понять. Kad mēs paši vēlamies kaut ko saprast. Нам надо не просто думать. Не. Mums nevajag tikai domāt. Наш разум, мозг прац. Без помощи Святого Духа. Без Святаго Палидзии. Не может вместить Nespēj откровение Бога. Ietilpt Dieva atklāsmi sevi. Потому что откровение Бога духовно. Jo Dieva atklāsmi ir garīga. А наш интеллект Bet это intellect душа. Ir dvēsele. Это логика. Tā ir loģika. И если в эту логику Бог не зальёт свой дух, своё понимание, Dievs tajā loģikā neiepildīs savu garu, Мы все равно не поймем Бога. Mēs tik un tā nesapratīsim Dievu. Поэтому сейчас я предлагаю. Tāpēc es tagad piedāvāju. И это часть семинара. Un tā ir daļa no semināra. Я хочу, чтобы вы это делали. Es gribētu, lai jūs to darāt. Постоянно, сами с собой. Nemitīgi, paši ar sevi. Вот вы идете в воскресенье в церковь или на домашнюю группу. Lūk, ejat uz Dievkalpojumu svētdien vai uz mājas grupu. Если ты учишь. Ja tu māci. Молись, чтобы Дух Святой учил, когда ты будешь говорить. Lai Svētais Gars māca tad, kad tu runāsi. Если тебя будут учить. Ja tevi mācīs. Молись, чтобы Дух Святой тебя учил. Lai Svētais Gars tevi māca. И молись за проповедника. Lūdz par sludinātāju. Чтобы Дух Святой дал ему правильные слова. Lai Svētais Gars viņam pareizus vārdus. Понимаете? Я призываю вас Es aicinu jūs Malītīsi ar duhe primudrasti. Lūdziet par gudrības garu. Mums jau imēm. Mums viņš jau ir. No, jau vada aktivirovat. Bet viņu vajag aktivizēt. Это Павел часа говорит. Pavels bieži atkārto to. Не пейте алкоголь, а исполняйтесь Святым Духом. Nedzeriet vīnu, bet piepildieties ar garu, raksta. Потому что, когда мы напиваемся алкоголя, мы пьяные физически. Kad mēs piedzeramies, mēs fiziski esam apreibināti. А если напиться Святого Духа? Bet ja piedzerties Svētā gara? То у нас как бы в духе вот это приходит, да, что-то движение, да? Tad kustība garā notiek. Это Павел сравнивает с каким-то таким вот, ну, состоянием. А тогда стало. То есть когда именно от Бога приходит откровение. Dieva nāk atklāsme. Оно другого вида, другого сорта. Tas ir pavisam cita šķirnes. Давайте прямо сейчас. Tad lūk tāpēc tagad. Помолимся этой молитвой. Mēs lūksim ar šo lūkšanu. Господь, Dievs, дай мне всякую премудрость своими словами помолите, да? Самим всякую премудрость, сау гудри, весь вейд сау гудри, кукс. Разумение духовное. Сапрошено гора, кукс. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Мы лудзимся Иисус варда. Мы признаем. Мы отзистам, кукс. Что без Святого Духа. Ка без свята гора. Мы ничего не можем понять. Mēs neko nespējam saprast. Мы не можем понять праведность. Mēs nespējam saprast taisnību. Мы не можем побеждать. Mēs nespējam uzvarēt. Дух Святой. Святais Gars. Я прошу тебя. Es tevi lūdzu. Служи нам сегодня. Kalpo mums šodien. Говори с нами. Runā ar mums šodien. Господь, ты знаешь каждого из нас. Tu zini ikvienu no mums. Ты знаешь духовное состояние каждого из нас. Mūsu garīgo stāvokli ikvienam, kas šeit ir. Ты знаешь, где мы находимся. Tu zini, kur mēs atrodamies, Dievs. Где мы, может быть, пропали. Kur esam, varbūt, pazuduši. Может быть, мы где-то потерялись. Varbūt, mēs esam kaut kur apmaldījušies. Может быть, мы где-то запутались. Kaut kur esam sapinušies. И ты все это знаешь. Un tu to visu zini. Я прошу, Отец, во имя Un Иисуса. Un es lūdzu Tēvs Jēzus vārdā. От Духе Святого. Par svēto garu. Духе мудрости. Par gudrības garu. Дух откровений. Par atklāsmes garu. Открой нам слово. Atklāj mums vārdu. Научи нас. Māci mums. И Господь, мы прямо сейчас принимаем. Un Dievs, mēs tūlīt pat pieņemam. Работу Святого Духа. Svētā gara darbošanos. Pamazanie Святого Духа. Svētā gara svaidījumu. Для откровения. Lai mēs saņemt atklāsmi. Halleluja. Halleluja. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Помолись о ком-то рядом, помолись за ближнего. Палудзе ар кааду, кас ир тумлай. Дух Святой, Aizlūdze, Дух Святой, Гарс. Наполни, Дух Святой, Пиепилди, Святой, Гарс, венкаши излай, отклай. Помолись на языках, если ты Лудз мелес, я тебе Runāšu mēlēs, varbūt lūdzu mēlēs, halleluja.
Гром, лабереби, гитара, макинтара, машикара, макатура, бассейна. Господь, благодарим Тебя за то, что Дух премудрости, Дух откровения здесь, ir šeit, чтобы благословлять нас, lai sveitītu благословлять нас, lai sveitītu открывать нам тайны, atklāt mums noslēpumus. Благодарим Тебя. Tēvs, paldies Tev, pateicamies. Во имя Иисуса Христа. Jēzus vārdā. И весь народ да скажет. Visa tauta saka, Amen. 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 Итак, Итак, друзья, Look, drauги, каждый раз, reizi, когда мы чего-то не понимаем, давайте не будем впадать в панику. Некрипсим паника, я, drauги, некатисим паника. Лично для меня Personīgi man, вопрос греха и святости. Jautājums par svētumu un grēku. Ну, так получилось агрессиву. В жизни моей. Ну, tā manā dzīvē sanācis. Он почему-то стал самым паническим. Kad tas kļuva pats paniskākais. Я с детства верующий. Es no bērnības esmu ticīgs. Меня учили любить Бога. Man iemācīja mīlēt Dievu. Но мне никто не дал учения. Bet man neviens nedeva mācību. Как баптистская пятидесятническая церковь понимала? Kā baptisti vai vasaras svētku draudzes saprata to? А я из баптистов и пятидесятников. Esmu no baptistiem un vasaras svētku draudzes. А как понимали? Bet kā saprata? Будь святым. Esi svēts. Как? Kā? Ну как-нибудь. Ну kaut kā, ну. Ну, борись. Ну, цінies. Ну, побеждай. Ну, узвари. Тачи. Хочешь грешить? Гриби грекот. Возьми себя в руки. Санимес. И не греши. Не греку. И все. Вис. Ну, так нас учили. Та мумс маций. Во всех церквах так учили. Висас драудзес тад мумс та маций. И я пытаюсь. Un es cenšos. А какими силами пытаюсь? Bet ar kādiem spēkiem es cenšos? Ar saviem. Это сила моей воли. Tas ir mans gribas spēks. Это сила моего ума. Tas ir mans prāta spēks. Это сила моих эмоций. Mano emociju spēks. Я сейчас себя возьму в руки. Es tūlīt saņemšos. До вечера. Līdz vakaram. Какой до вечера? До обеда. Kāds vispār vakars līdz pusdienam? Vismaz. Пружина сжимается. Atspere saspiež. Сжимается пружина. Saspiežas atspere. Она хочет, вы не греби, а я ее сжимаю. Если туру спеешь. И потом, пу. И все разлетелось. Виса из ледой. А потом нас учили как? Он тогда мускамаций. Согрешил? То согрякой. Кайся. Но жало. А куда без покаяния? Бет курта ту без грак ножа. Так я всю жизнь на коленях простоял покаяние. Утари вису дзиве со целем ноставай. Господи, прости, это главная молитва была в жизни. Dievs piedod, tā bija man galvenā lūkšana. Я говорю не про вас, я про себя говорю. Draugi, es runāju par sevi pats. Для меня это была одна из самых главных молитв. Tā bija galvenā lūkšana manā dzīvē. В какой-то момент я думал, что я вообще православный. Kādā brīdī es vispār domāju, esmu paristicīgais. Господи, прости, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, помилуй. Dievs apžēlojies. Ну потому что, ну, а что делать? Bet ko lai dara? У меня друг был. Man bija draugs. Ну, он был старше меня, он был музыкант. Vecāks par mani, viņš bija mūziķis. Он был классический гитарист, на классической гитаре. Гитарс спалатаясь, а? И он писал песни. Он вообще рекстит дзесмс. А так как в церкви не было учения. Bet tā kā nebija mācības draudzē. А он очень хотел победить грех. Bet viņš ļoti gribēja uzvarēt grēku. И он понял, что это невозможно. Un viņš saprata, ka tas nav iespējams. И он песню написал и в церкви пел. Un viņš uzrakstīja dziesmu un dziedāja draudzē. Да, и там такие слова. Un bija tādi vārdi. Grešu i kājusi. Grēkoju un nožēloju. Kājusi i grešu. Nožēloju un grēkoju. Grešu i kājusi. Grēkoju un nožēloju. Kājusi i grešu. Nožēloju un grēkoju atkal. И всё это выглядит. Un zini, tas izskatās. Как будто бы я вбиваю в крест гвозди в Христа. Es это я Христос крустā dzenu naglu iekšā. Понимаете? И он пел это. Un viņš to dziedāja. И все сидели и плакали. Un visi sēdēja un raudāja. Это был такой Kad tas bija? Не автопортрет. Tas nebija tāds autoportrets. Это был портрет всей церкви. Tas bija draudzes kopējais portrets. Kad mēs visi grēkojam grišim, un nožēlojam. Grēkojam un nožēlojam. Un mums vot takie gvozdi. Un tādas naglas, ja? И каждый раз мы бабах, Христу вбиваем, опять его прибиваем. Krustā, atkal viņu piestam krustā, Kristu. И это как будто никогда не заканчивается. Un tāds sajūt, ka tas nekad nebeidzas. И потом еще был у него куплет. Un bija vēl pantiņš. Он говорил, un viņš teica, я знаю. Es zinu, не умер мой Адам. Kad nav miris mans Ādams. Он живёт в каждой клетке моей плоти. Viņš dzīvo katrā mans miesas šūnā. Un pil pravdu. Ziniet, viņš dziedāja. Но это не Божья правда. Bet tā nebija Dieva patiesība. Это правда той реальности, в которой он был. Tās realitātes patiesība, kurā viņš dzīvoja. И я тоже всё это чувствовал. Un arī es to visu jūtu. Что
Я читаю в Библии про, про этого старого Адама. Es lasu Bībeli par šo veco Ādamu. Да? Мы знаем, что такое старый Адам. Mēs zinām, kas ir vecais Ādams. Ja? Это не тот Адам, который с Евой... Tas nav tas Ādams, kurš tur apē nokodās. А тот грех. Bet tas grēks. Который мы называем старым Адамом. Kuru mēs saucam par veco Ādamu. И иногда вот есть вот это ощущение. Un dažkārt ir šī sajūta. Что вот он, вот этот старый Адам, вот эта старая плоть. Šis vecais Ādams, šī vecā miesa. Она просто вот живет в нас. Un viņa vienkārši mūsos dzīvo. Как будто бы вот господин. It kā viņš tāds kungs. Вот он что хочет, то делает. Вот ко viņš grib, то viņš arī dara. Захотел, разгневался. Sagribējis, sadusmojās. Захотел, разозлился. Sagribējis, vienkārši sāk Захотел, там, в похоть попал. Gribēja, kad karībā iegrimās. Захотел, в депрессию попал. Sagribēja, depresijā iesprēja. Вот когда этот старый Адам активируется. Un kad šis vecais Ādams aktivizējas. А мы не знаем, что с ним делать. Bet mēs nezinām, ko ar to darīt. Мы только молимся. Un mēs tikai lūdzam. Господи, помоги его. Dievs, palīdzi. Ну, хоть чуть-чуть его под контроль взял. Vismaz mazliet viņu kontrolēt. Чтобы он, ну так вот, не хозяйничал. Lai viņš tā, nu, nesaimnieko manā dzīvē. Хоть в церкви выглядел христианином. Lai es maz draudzēs izskatos kā kristietis. Так вот, я говорю о себе. Tad es runāju te par sevi. У меня было время, я так измучился. Man bija laiks, un es biju tā nomocījies. И я просто начал, знаете, вот кричать к Богу. Es sāku vienkārši kliegt uz Dievu. Вот у меня были молитвы. Man bija lūkšanas. Как будто мне хотелось поругаться с Богом. Tāds veids, ka dzīvē vienkārši sastrīdēties ar Dievu. Ну так, как сын с отцом. Ну, kā dēls ar tēvu. Знаете, бывает, сын с отцом. Dēls ar tēvu sastrīdās. Ну, поговорит. Parunā, mazlietiņu citā vēlēs. Вот. Я помню, молился. Мы жили в горах, я уходил в горы. Es lūdzu, atceros, es dzīvoju kalnos. Это было в Грузии. Tā bija Grūzija tajā brīdī. Я уходил, никого не было. Es gāju prom, neviena nebija. Я плакал. Es raudāju. Я говорил. Es teicu. Иисус. Jēzu. Ты на кресте висел? Ту караешь пи круста? Кого ты там спас? Кто-то тут глаби? Меня? Мане? Почему ты до сих пор меня не спас? Капец, то лишь им бриди, мане си пестис. Ты хочешь, чтобы я в тебя верил? Ту грибла стел тицу? Ну так я же верю в тебя. Ведь это читал тицу. Ну ты что, не видишь, что я в тебя верю? Ту мерит, это читал тицу. Ты написал в Библии? Ту ракстей Библии? Что ты меня освободил от греха? Кату мане си отбривош но грака. Ну где эта свобода лежит? Куриший бриви карвинир. Почему я годами не могу до нее дотянуться? Es gadiem nevaru aizsniegt to. Ты хочешь, чтобы я верил в тебя? Tu gribi, lai es ticu tev? Верю! Es ticu! Ты мой спаситель! Tu esi mans pestītājs! Только ты мне объясни! Tikai lūdzu, а ты что на кресте сделал? Ko tu pie krusta izdarīji? И если ты что-то там сделал? Un ja tu kaut ko izdarīji? Kuda tu это спрятал? Kur tu to noslēpi? Понимаете? Jūs saprotat? Я как бы ругался с отцом. Tad sajūt, ka es vienkārši lamājos ar tēti. Я говорю, ты меня освободил на кресте. Es saku, tu mani atbrīvoji pie krusta. Окей, я в это верю. Un es ticu, okay. Куда ты это положил? Kur tu to noslēpi? Откуда это взять? Kur to paņemt? Я хочу это es взять. Es to gribu paņemt. Я вижу, и у меня живет этот Адам. Un mani dzīvo šis Ādams. Я грешу, кājos, грешу, kājos, grēkoju, nožēloju. Мне надоело так жить. Man ir apnicis tā dzīvot. Я уже прописался в седьмой главе. Es esmu tagad deklarējies tajā septītajā nodaļā. Я уже оттуда вообще не вылазю. Es esmu natūrijās neizēju ārā pat. Я просто живу, живу, живу в седьмой главе. Dzīvoju vēl joprojām. Как будто кроме седьмой главы больше ничего нет. Tāds sajūt, ka vispār bez tās septītās nodaļas nekas vairs neeksistē. Вы знаете, я верю, знаете, стыцу, что когда мы искренне к Богу кричим, когда мы спотыемся, Девом саутцам узвиню, я, то о Бог сердце видит. Девос рядом мусу сердец. Он понимает. Он сейчас сапрот. Написано, с искренним поступает искренне. Ракстиц, а тайсно виш рикуэс тайсны. А с лукавым? Бетер грейц поступает по его лукавству, да? Спецвини грака. И Бог видел, что я искренне кричал. Он Девос рядом, когда я спотыемся узвиню саутцу. И что интересно, что после этого как будто ничего не происходило. Un interesanti, ka pēc tam nekas nav bija noticis tāds. И опять кричу. Un es atkal saucu. И опять грешу. Un atkal grēkoju. И опять христианская депрессия. Un atkal kristiešu depresija. Ну, конечно. Protams. Мы умеем не показывать никому. Mēs varam neparādīt to tā, ja. Ну, это отдельная тема. Мы же Atsevišķa tēma, ja. Мы же хорошие актёры. Mēs taču esam tik labi aktieri. Я тоже актёр. Es arī esmu aktieris. Я тоже играл в театральных постановках. Arī esmu piedalījies teatrālās iestudējumos. Да, христианство это хорошая бывает такая сцена. Laba skatuve, ja.
показать другим, что у меня победа. Парадить цитим, как мне рузвара. Да, я умел показывать, что у меня победа. Эс мацей парадить, как мне рузвара. Он приходил домой. Бет нац маяс. И, знаешь, снимаешь маску с себя. Он, зин, тогда ты ноним то да? маску. И такой, я и Бог. Он, тогда, ну, то есть ты и Диевс. Да, победы нет. Он рузвара знал. Понимания нет. Сапрат не знал. Вот. И знаете, то, что я вижу сегодня. То, кое что я рядзу. Давайте я скажу так, да, чтобы было по-честному. Та, лай будь годиг. Я в поиске. Es esmu meklējumos. Да? Вот yeah? перед вами стоит человек, jūs priekšā stāv cilvēks, который никогда вам не скажет, что он достиг и все понял. Kurš nekad nepateiks, ka viņš visu sasniedz un saprats. Договорились? Sarunāts, jā? И я продолжаю искать. Es turpinu meklēt. Но что-то Бог начал открывать. Bet Dievs jau sācis kaut ko atklāt. И я здесь, спасибо пастору Александру, esmu šeit, да, paldies, привилегию делиться. Par privilēģiju dalīties. Потому что я буду делиться тем, что я на сегодняшний день вижу и понимаю. Es dalīšos ar to, ko es jau šodien redzu. И слава Богу. Paldies Dievam. Что Бог дает учителей. Kad Dievs dod skolot. Один из них. Un viens no viņiem. Это Дерек Принц. Tas ir Дерекс Принц. Кто знает книги Дерека Принца? Kas zina Дерек Принц grāmatas? У Дерека Принца, это учитель Принца, от Бога. Tas ir skolotājs no Dieva. У него есть учение о праведности. Viņam ir taisnības mācība. Я раньше читал. Es agrāk lasīju. Знаешь, когда Святой Дух не открывает. Bet kad Svētais Gars neatklāja. Ты читаешь? Tu lasi? Ну, как будто что-то понял. Ну, it kā kaut ko saprat. А оно нет все равно откровения. Bet pilnīgi, tik un tā nav šīs atklāsmes. И ты не можешь этим жить. Tu nevar ar to dzīvot. Потом мне нравится также учение о вере. Мацība par Таких людей, как Смит Вигглсворт, Кеннет Хейген. Вигглсворт, Кеннет Хейген. Ну, многие люди, которые... кстати, Watchman Nee, очень интересный тоже автор. Watchman Nee. Watchman's Nee. Это китайский автор. Это сетийнейший автор. Вот, тоже очень... Лёте аритас. Очень он мне, ну, Дух Святой через него мне помог тоже. Святый Гарс Сарвинь, он лёте полиция. Вот, потом, сегодня есть библейская школа в Колорадо, в Америке. Колорадо, Америка, и школа. Очень, очень плодовитый учитель. Tāds auglīgs skolotājs. Andrew Womack. Andrew Womack. Вот, тоже эту тему Arī разгребает. Arī šo tēmu viņš tur rok да? dziļumā, jā. Вот, поэтому слава Tāpēc, Богу, что Dieva. Мы живем в такое время, когда есть Mēs книги, laikā, kad ir информация, да? Informācija. И мы можем искать. Mēs varam meklēt. Мы можем молиться. Mēs varam lūgt. И получать от Бога. Un saņemt да? no Dieva. Это понимание. To sapratni. Хорошо, сейчас. Тогда тагат. Значит, если вы что-то записываете, кто вообще записывает сегодня? Кас перекст. Да, вот кто-то пишет, кто-то... Телефон. Кто-то просто запоминает. Кас прата отцарас. В общем, какие-то, может быть, какие-то рисуночки я буду делать. Veikšu tāds zīmējums. Я буду делать здесь на доске. И смотрите. Лук. Первое, давайте мы сейчас сделаем рисунок, который я много лет уже рисую. Es uzzīmēšu zīmēm, ko es ilgus gadus jau zīmēju. Светофор. Luksofors. Три круга. Trīs riņķi. Да. Ja? Три круга. Trīs tādi riņķi. Это очень-очень помогает. Tas ļoti-ļoti palīdz. Понять человека. Cilvēka būtību. Дух, душа и тело. Gars, dvēsele un miesa. Дух, душа и тело, да? Gars, dvēsele un miesa. Мы разделяем человека. Mēs sadalam cilvēku iedalam, ja? Вы там пишите себе дух, душа, душ. Душ тоже нужен. Душа arī ir vajadzīga, ja? Gars, dvēsele, ja? Un miesa. Первая мысль. Pirmā doma. Когда Бог сотворил человека? Kad Dievs radīja cilvēku? Он его сотворил из трех частей. Viņš radīja viņu trim sastāvdaļām. Идеальный дух. Ideāls gars. Идеальная душа. Ideāla dvēsele. Идеальное тело. Ideāla miesa. Тело. Miesa. Не умирало. Tā nemira. Не болело. Neslimoja. И жило вечно. Un dzīvoja mūžam. Кстати, даже когда Адам согрешил, Pat tad, kad Adams bija grēkojis, он потом прожил 930 viņš nodzīvoja vēl 930 gadus. Даже с грехом. Pat ar to grēku, kas bija. То есть, nu, мы даже не догадываемся, mēs pat neapzināmies, каким был создан человек. Kā bija radīts cilvēks. С каким потенциалом. Ar kādu potenciālu. Итак, Lūk, дух, душа и тело Адама. Gars, dvēsele un miesa, kas bija Adamā. Это были похожи на Бога. Līdzīgi Dievam. Бог дал Адаму задачу. Dievs deva uzdevumu Ādamam.
Он сотворил всю планету Земля. Viņš radīja Zemi. И говорит: "Управляй. Valdi. Владычествуй. Pārvaldi." И он сразу начал это делать. Viņš arī tūdaļ sāk to darīt. Кто верит, что Адам повиновался Богу? Tic, kad Ādams viņš pakļāvās Dievam. Ну, до греха падения. Līdz grēka krišanai. Все, что Бог говорил, он делал. Visu, ko Dievs viņam teica, viņš pildīja. Были миллиарды животных. Bija miljārdiem dzīvniekiem. Он каждому дал имя. Katram deva savu vārdu. Он управлял всей планетой. Viņš pārvaldīja visu planētu. Мы даже не представляем, какая была энергия у Адама. Kāda enerģija bija Ādamam. Если мы сегодня утром идем на работу, ja mēs no rīta ejam uz darbu, иногда к 3 часам дня мы уже устали. Dažkārt uz 3 jau mēs esam sagrūši. Еще до вечера, еще vēl время. Līdz vakaram vēl laiciņš palicis. А мы уже... Bet mēs jau esam tā, jau, tā kā... Мы уже хотим отдохнуть. Vēlamies atpūsties, apgulties kaut kur. Адам правил всей планетой. Ādams valdīja par visu planētu. Я даже не представляю, какая энергия в нем es была. Es nespēju iedomāties, kāda enerģija viņam piederēja. Библия об этом мало говорит. Bībele par to maz raksta. Но мы можем догадаться. Bet mēs varam что? Līdz tam aizdomāties. В какой силе он ходил. Kādā spēkā viņš staigāja. Итак, что происходит с Адамом во время грехопадения? Notiek ar Ādamu grēka krišanas brīdī. Давайте, я не буду тратить время, чтобы читать эти тексты. Netērēšu laiku, lai lasītu tekstu. Кто читал о грехопадении Адама? Kurš lasi par Ādamu krišanu? Да? Когда Бог сказал, вот дерево не ешь. Viņš lūk, no šī koka neēd augļus. Да, мы не знаем, какие там были фрукты или что там было. Kas tur bija par augļiem, bet... Просто дерево. Tas bija koks. И написано не ешь. Un rakstīts neēd. А если съешь, bet, ja tu apēdīsi, то умрёшь. Tad tu mirsi mirdams. Вот, и пришёл дьявол. Tad atnāca Sātans. Тоже сейчас не будем трогать, откуда он там взялся. Mēs neskarsim to, no kur viņš tur parādījies vispār. А? Ещё 2 минуты. Окей. Так вот. Tātad. Главная мысль. Главная дума. Бог сказал, если Dievs съешь. Teica, ja tu ēdīsi, это будет момент непослушания. Tas būs nepaklausības brīdis. Что с тобой произойдет? Kas ar tevi notiks? Умрешь. Tu mirsi. Отвечай на вопрос, как умер Адам? Atbild uz jautājumu, kā nomira Ādams? Первое, что в нем умерло. Pirmais, kas viņā nomira. Дух. Gars. Он стал черный. Viņš kļuva melns. Дух не исчез. Gars nepazuda. У всех грешников есть дух. Visiem grēciniekiem ir gars. Но он мёртвый. Bet viņš ir miris. Первое, что умерло у Адама. Pirmais, kas nomira Ādamam. Умер дух. Nomira gars. Потерялась связь с Богом. Zuda saikne ar Dievu. И потом постепенно. Un pakāpeniski. Начала умирать душа. Sāka nomirt dvēsele. Постепенно. Pakāpeniski, ja? Постепенно. Pamazām, pamazām. Постепенно. Pamazām, pamazām. Душа быстро не умирает. Dvēsele ātri nemirst. Человек не становится убийцей через 2 минуты. Nekļūst par slepkavu pēc 2 minūtēm. Постепенно. Pakāpeniski. Адам никого не убил. Ādams nevienu nenogalināja. А вот его сын уже убил. Bet jau viņa dēls nogalināja. И тело начало умирать постепенно. Un miesa sāk pakāpeniski nomirt. 930 лет еще прожил. Bet vēl bija pagājuši 930 gadi. То есть он заболевал. Tad viņš sāka slimot. Выздоравливал. Viņš atveseļojās. Старел. Viņš novecoja. И все-таки умер. Bet tomēr arī nomira. То есть в конечном итоге. Galu galā. Как сказал Бог. Kā teica Dievs. Смертью умрешь. Mirdams tu mirsi. Постепенно дух, душа и тело. Gars, dvēsele, miesa. Умерли. Un nomira. Итак, я понимаю урок. Un, первый. Tā, es saprotu, ka pirmā sesija mums ir noslēgusies. Перерыв.